Я снова рад приветствовать тебя, любимый зритель канала «Час ремонта». В этот раз я собрал для тебя лучшие модели бензиновых пил для дома и дачи. На первое место моего рейтинга становится модель под маркой «Штиль». При всей своей компактности обладает внушительной мощностью в 2,7 лошадиные силы. Компоновка узлов на пиле традиционная для этого типа техники. В передней части находится шина длиной в 40 сантиметров. Такого вылета вполне достаточно для выполнения практически всех видов работ с древесиной по дому. У основания шины есть зубья для надежной фиксации в обрабатываемой заготовке и упора. Основная ручка с узлами управления находится в задней части, а в передней находится дополнительная ручка, которая опоясывает сверху корпус. Таким образом, за нее можно браться не только сверху, но и сбоку. Тут же перед дополнительной ручкой установлен рычаг экстренной остановки двигателя, а рядом находится ручка ручного стартера. Механизм демпферов Elasto Start делает запуск двигателя равномерным и плавным. Пила комфортно чувствует себя и летом, и зимой благодаря специальной заслонке. После переключения в зимний режим карбюратор будет обдуваться подогретым воздухом. Внутри корпуса задействованы смягчающие демпферы, которые гасят ощутимую часть вредных вибраций. Для натяжки цепи предусмотрен специальный механизм, не подразумевающий прямого контакта с ней. А еще интересно выглядит бесключевая крышка топливного бака с механизмом, предотвращающим потерю этой самой крышки. Весит модель при этом не более 5 килограммов. Можно работать без устали даже длительное время. Обойдется она примерно в 49 тысяч рублей. Если найдешь бензопилу себе по душе, то обязательно загляни в описание. Там есть все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. А рядом я положил промокод, который поможет немножко сэкономить. Второе место занимает бензопила от Champion. Обладает чуть большей мощностью, чем предыдущая, 3,4 лошадиные силы. Да и в целом выглядит немного внушительней и может нести шину длиной 45 сантиметров. Общий вес без топлива и шины с цепью составляет 5,1 килограмма. Производитель позиционирует эту модель как профессиональную. Она способна выдерживать большие объемы работ и высокие нагрузки. Поэтому для дома и дачи при соответствующем уходе и обслуживании может оказаться практически вечной. Своей конструкцией и расположением основных рабочих узлов машинка практически полностью повторяет предыдущую модель. Впереди стоит шина, зубья, упоры, ручка блокировки двигателя. Дополнительная ручка, также опоясывающая весь корпус, что позволяет хвататься не только сверху, но и сбоку. Ручной стартер находится с левой стороны корпуса. Антивибрационные демпферы снижают уровень вредных вибраций, позволяя работать пилой долгое время. Отличная универсальная модель с большим запасом выносливости и прочности. Может стать лучшим помощником дома или на даче. Стоит эта бензопила около 23 тысяч. Обязательно подпишись на канал «Час ремонта», чтобы всегда самым первым узнавать о новинках и актуальных предложениях товаров для дома, дачи и сада. Ну и, конечно, не забудь влепить лайк этому видео и написать что-то интересное в комментариях. На третье место рейтинга становится модель от марки Deo. Мощности установленного двигателя в 4,5 лошадиные силы вполне должно хватить не только для работ по дому или на даче, но и для широкого спектра в более профессиональной деятельности. Весь воздух, проникающий в двигатель, проходит через HEPA-фильтр. Это оберегает его от преждевременных поломок и лишнего обслуживания. Большая часть корпуса бензопилы сделана из алюминиевого сплава. За счет него и достигается неплохой баланс прочности и легкости. Эта модель тоже прекрасно чувствует себя зимой благодаря переключению специальной заглушки. Экстренный тормоз цепи работает эффективно и срабатывает моментально. Антивибрационная система сделает использование пилы более комфортным. Шина сюда устанавливается чуть большей длины, чем на двух предыдущих моделях, до 50 сантиметров. Поэтому пилу можно задействовать на лесозаготовке. Мощная, удобная бензопила, которая обойдется примерно в 16 тысяч рублей.
На четвертое место рейтинга становится модель от марки Hightech. Оформлена бензопила в симпатичный синий корпус. Мощности в ней заряжено не так много, как в предыдущие 3 лошадиные силы, но шина при этом установлена длиннющая 51 см. Вполне можно валить даже довольно крупные деревья, а уж в домашнем или дачном хозяйстве способна выполнять любые задачи, связанные с обработкой древесины. Конструкция мало чем отличается от предыдущих моделей, дополнительная ручка также опоясывает корпус. За нее можно взяться хоть сверху, хоть сбоку. Для запуска двигателя используется ручной стартер. Он находится на левой части корпуса. Точно так же установлен рычаг мгновенной блокировки цепи для остановки. Модель подойдет для дома, дачи и сада. Обойдется она примерно в 15 тысяч рублей. На пятое место становится представитель марки Hütter. Очень мощная бензопила, способная справиться не только с работами дома или на даче, но и для более серьезной деятельности, например, лесозаготовки. Вылета шины в 50 см вполне для этого хватит. В своей конструкции пила нас нисколько не удивляет, она выглядит точно так же, как и все остальные модели. Масло для смазки цепи, помогающее ей сохранить долговечность, подается автоматически. Главное не забывать подливать его в специальную емкость. Для защиты пользователя предусмотрена система блокировки курка газа, чтобы избежать незапланированного запуска цепи. Очень мощная пила, возможностей которой хватит не только для дома и дачи, но и для более профессионального использования. Обойдется она примерно в 10 тысяч рублей. На шестое место моего рейтинга становится модель от марки Patriot. Одна из самых компактных, универсальных бензиновых пил. Предназначена в основном для выполнения работ на придомовом участке или на даче. Может подрезать ветки у деревьев и кустарников, а также пилить небольшие деревца. Длина шины у этой модели составляет всего 30 см. Мощности двигателя припасено 1,3 лошадиные силы. И это все при весе чуть более 3 кг. Несмотря на компактность и легкий вес, все основные узлы, присущие большим моделям, здесь тоже имеются. У основания шины установлены зубья для захвата и упора в древесину, есть рычаг экстренного торможения цепи. Дополнительная ручка также огибает корпус, позволяя браться за нее не только сверху, но и сбоку. Основная ручка с элементами управления ввиду небольших габаритов находится на верхней части корпуса. Очень удобная пила для дома или дачи, стоит она около 8200 рублей. Ну и завершает мой рейтинг модель от марки Cybertech. Раскрашена в ярко-салатовый цвет, и по большей части внешние отличия от многих предыдущих моделей на этом заканчиваются. То есть конструкция та же самая. Что касается технических данных, то благодаря своей мощности в 2,9 лошадиные силы вполне успешно справляется со всеми возложенными на нее задачами дома или на даче, а также может валить небольшие деревца во время лесозаготовки. Вылет шины составляет 40 см, на пиле установлен экстренный тормоз цепи, а для удобства длительного использования задействована эффективная антивибрационная система, неплохо сбалансированная универсальная модель. Обойдется она примерно в 8300 рублей. Если нашел бензопилу себе по вкусу, то обязательно загляни в описание, там есть все ссылки и промокод для тебя. Подпишись на канал «Час ремонта» и поддержи меня своим лайком и комментарием. А сейчас я с тобой прощаюсь, приходи на следующий выпуск.